данном видеообзоре мы познакомим вас с одним из самых популярных в ассортименте климатического оборудования Fujitsu – кондиционером для дома Classic Euro. Лидер в классе недорогих инверторных японских сплит-систем гордо носит титул бестселлера Fujitsu. Модельный ряд представлен тремя кондиционерами различной мощности. Наружный блок отличается низким уровнем шума благодаря высокотехнологичному компрессору и хорошей шумоизоляции. Лицевая панель внутреннего блока выполнена из идеально матового пластика цвета белого перламутра. Современный дизайн и необычное цветовое решение выделяют кондиционер Classic Euro среди аналогичных моделей. Стильный, удобный и современный пульт управления с выдвижной панелью – более чем достойное дополнение данной модели. Для комфортного управления работой кондиционера самые необходимые кнопки размещены на лицевой панели, остальные – под ней. Японские инженеры нашли способ охладить большой объем воздуха, сохраняя при этом низкий уровень шума. В основе решения – использование только высококачественных материалов и комплектующих, теплообменник увеличенной площади и инверторная технология управления компрессором. В результате уровень шума на минимальной скорости составляет всего 22 дБ, а объем обрабатываемого воздуха – 720 кубических метров в час. Японские производители – признанные лидеры в области энергоэффективности. Именно поэтому сплит-системы Classic Euro производства Fujitsu General Limited соответствуют классу энергоэффективности А++. Неоспоримым преимуществом является расширенный диапазон рабочих температур. Стандартные инверторные кондиционеры Fujitsu работают в режиме охлаждения от минус 10 до плюс 43 градусов Цельсия. С приобретением зимнего комплекта Winter Cool температурный минимум в режиме охлаждения уменьшается до минус 43 градусов. Японские кондиционеры всегда славились отличным качеством, надежностью и долговечностью. Поэтому при покупке сплит-системы Classic Euro у официальных торговых партнеров предоставляется гарантия до 5 лет. Подробную информацию о кондиционерах Fujitsu вы можете найти на официальном сайте fjdefisclimate.com.